Всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать цвета. Очень красивых и интересных. Мы сегодня с вами будем изучать, какие они есть. Вот у меня есть такие карандаши разноцветные. Какой? Зеленый, правильно. А вот это какой? Оранжевый. Молодцы. Синий. Вот это какой цвет? Запомним? Или? Давайте дальше. Розовый цвет. У кого розовый цвет любимый? Пишите в комментариях. Два цвета. Смотрите, какие бывают зеленые. Вот это светло-зеленый, вот это темно-зеленый. Они так очень похожи. Красный цвет. Я люблю красный цвет. Также мне и зеленый очень понравился. И синий. Тоже очень красивый. Еще мне нравится. Белый, желтый. Красивый цвет. Сейчас мы опять с вами повторим цвет. Красный. Желтый. Синий. Белый. Зеленый, черный, коричневый, розовый, оранжевый, фиолетовый. Подписываемся на мой канал. Ребята, подписываемся на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также мы можем еще изучать цвета с карандашом. Подписывайтесь на мой канал. Также поставьте лайк, если вам понравилось видео. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще, чтобы я вам сделала видео. Также по изучению цветов.
эти повторили с вами.